Здорово всем! Сегодня поговорим о вот таких динамиках. Называется 20 ГДС. Назначение данных динамиков. Данные винтажные динамики 20 ГДС, имеют старое название 15 ГД11А. Они стандартные на вид. В прошлом имеют стандартный звук. Привлекут, пожалуй, любитель начального уровня звука. Впрочем, находятся умельцы, который может выжать из динамиков высококачественный звук, даже делает из них низкочастотники. Но это, пожалуй, совсем другая история. При возможности я расскажу о доработке и переделке данных динамиков. Наименование ГДС много: 20 ГДС, 1, 16, 2 ГДС, 20 ГДС, 3, 8, 20 ГДС, 3, 20 ГДС, 4, 8, 15 ГДС, 11, 20 ГДС, 1. Назначение 20 ГДС, использование в закрытых ящиках и фазоинвертерных корпусах в качестве среднечастотного звена. Малые габариты динамика 20 ГДС позволяют применять головку и в малогабаритной акустике. Ставили данные динамики в акустике Амфитон 25AS027, а также радиотехника S50 Амфитон 35AS018. Внешне он выглядит стандарта, ничем не примечательный дизайн. Круглый среднечастотник с неэкранированной магнитной цепью. Такой вот большой динамик. Большой магнит. Корзина литая из алюминиевого сплава, диффузор конической формы, колпачок шарообразный, правда продавленный, надо будет делать, произведен из бумажной массы с особой пропиткой, подвес из прорезиновой ткани. Можно сделать также доработку данных динамиков, о чем я пишу в статье, ссылку вы увидите. Динамики 20 ГДС хороши для начального уровня прослушивания. Эти советские динамики вы можете купить в интернет-барахолках типа Авито, Молоток, причем за небольшие денежные средства. Чувствительность у 20 ГДС небольшая, 84-88. Рекомендую для начального уровня. На более они не способны. Вот такие вот динамики. Всего доброго, я прощаюсь. Пишите, ставьте лайки. Удачи всем!